Здравствуйте, Арсений Селезнев, зверобой, как пьют цыплята в первые дни. В общем, поилка без верха обязательно, так же, как и кормушка. Цыплята залазят обычно, вот как сейчас, с ногами в поилку. В принципе, ничего страшного. Там уже кто-то что-то, наверное, не еще чистое. Ну, в общем, вот такое вот происходит. Заходят туда с ногами, выходят оттуда с ногами. То же самое питание. Значит, вода обычная, со скважины, не кипяченая. Соседи дают кипяченую, я решил, тоже давал когда-то кипяченую, потом решил давать не кипяченую. Особо каких-то там бактерий нет. Это не речная вода и не болотная, так что можно не кипятить. Конечно, если у вас там какая-то с какого-то водоема такая вот, что запахом там сильным или еще что-то, я бы не советовал. Лучше, конечно, прокипятить. Вот. Сначала я поставил кормушку, а потом принес воду. Ну, так получилось. Лучше, конечно, и то ставить. Такая свалка, потом будет две кормушки, не меньше, чем две кормушки, лучше, конечно, три. Это курица такая, что может и перевернуть кормушку, немножко нервная бывает. Есть предыдущее видео, дневник курча, смотрите там, ссылка в описании. Подписывайтесь на канал. Это цыплята с первых дней, третий сезон. Все подробно, что я делаю, в какой последовательности, какие провожу опыты, улучшения. Все там. Арсений Селезнев, зверобой. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока.